красивые. Это мы. Сейчас все будет. Эй, парень, не скучай. Это моя любовь. Эд Морган. Эд Мадан. Эд Морган. Эд Мадан. Так, а что ты себя не показываешь, хитрая какая? А, знаете, тебя красивую мою показываю. Всем привет! С кем Алена? Алена дождалась Ля-Амур Тужур. Она сидит, даже не пьет, я в шоке. У нее новый чувак. Все хорошо, ребята заселились. Тест-драйв секс любви пройден. Они счастливы. Да. Они вчера так по-соседски в третьей комнате проходили тест-драйв, что мы не спали до 4. У них все кайфово. Покажи Артема и Крис. А нет их куда-то. Они где-то уебан забиты. Где-то они гуляют. Да. Морган поймал букет. Да, кстати, прикол. Букет поймал Морган чисто случайно. Подвязку поймала мадам тоже чисто случайно, но мы поняли, что это знак. Как ведет себя Ди? Обижает. Она просто не жалуется на самом деле, но мне не нравится, как ведет себя Леша, потому что он всячески сейчас цепляет Брянску. Я это вижу со стороны. Да, это ужас, реально. Я жду, когда эта морда нагуляется за периметром, соскучится и вернется. Я по ней скучаю. Я ее люблю, честно. Я сегодня сидела и визажисту рассказывала. Все, кого я люблю, спрыгнула только Ермакова. А я реально, я просто, она такая кошка, которая сваливает периодически. Надо погулять, чтобы потом снова вернуться. Да, реально. Прикинь. Жень так смотрит на Крис. Так, это как? Покажите Криса Артема. Их нету. А, вон Крис. Одна Крис есть, Артем где-то гуляет. Красивое платье, спасибо. Найду, конечно, классная. Не люблю розовый, честно, но цвет свадьбы сегодня фуксия. Тут без вариантов было. Давайте выйдем, девчонки. Давай. У нас нету. Спасибо, Назар. Мы ждем, когда нам шампанское принесут. Шампанское? Угу. Назар, ты почему не подсуетился? О, Назар, если ты нам найдешь шампанское, мы тебя поцелуем. Пошел. Аня, смотри, за поцелуем, пошел. Пускай светит. Смотри, он типа поговорит. Тихо. Мы просто Назару сказали, если он найдет шампанское, мы его поцелуем. Вы бы понимали, с каким рвением он бегает между столами и ищет шампусик. Ну, сейчас и проверим заодно. Смотри, как маньяк. Смотри. Походу, шампанского нет даже в баре. Потому что наши мужики здесь с коктейлями. Да, прикинь. Походу, нет. Смотри, нет, вот Морган несет. Нет шампанского? Есть, Морган несет. О, заебись. Огонь. Мы знаете, что сказали Назару? Если он найдет шампанское, мы его поцелуем. Он как маньяк ходит по столикам. Он как маньяк ходит по столикам. Я поцелую табуретом. Да нет, он так ходит по столам, смотри, такой. А Пенченко с новым парнем, у нее Ля-Амур Тужур, порадуйтесь с девчонком. Пара сложилась в момент, сразу на лоб. В понедельник все подробности. Да, он фрик. Он бен. Что с Даниэлем? У Даниэля все в порядке. Он просто бороду покрасил в белый цвет. И поэтому она кажется у него... Поэтому я стал еще прекраснее. И она у него поэтому кажется еще шире. Назар девушку нашелся в процессе. Назар в поиске. Скорее девушка найдет Назара, чем Назар девушку. Мне кажется, он уже нашел африканскую Яну. А вот у нас какие лопочки. Я в смысле, я начну максимально активно против них работать. Бля, реально. Заходит фильтр? А что ты охуенно? Ты охуенно, да, Зай? Ты такая. Аня придет на проект? Вот смотри. А Селена придет? У Ани все хорошо в личной жизни. Но я жду, когда у нее все закончится. Она говорит, Зай, ты можешь накосячить? Она говорит, Зай, ты можешь накосячить? Я просто жду, когда там все закончится, Брянская нагуляется, я ее жду. Я ее всегда жду, она всегда так уходит, унесет ворота вместе с китайскими сумками, потом возвращается. А меня с ребенком ждете? Всех ждем. Смотрите, какие красотки сегодня. Дай налей мне. Эй, девка, не скучай.
Брянская возвращается на проекте, пишет. Да. А давайте так, если вы ее залайкаете, она прям подумает. Да, давайте. И в ближайшее время вернется. Давай. Так, тихо, не переставай, не перекрывай камеру. Давай, за, нет, это камеру. Ты забрал. А я Надю поднимаю. Надя наливаю. Я открыла, я бутылку. Я Надю налью, да? Нет, дай я скажу, дай сама Надю налью. Нет, я открыла бутылку, а он всем налил, кроме меня. Да, налезла? Нет, я открыла бутылку сама, один налил всем трудом, можешь уйти гулять отсюда, я даже сама налью. Дайте мы сначала себе нальем, это наше шампанское, блин. Нет, я взяла бутылку, он всем налил, кроме меня, поняла? Пошел он. Да я не буду наливать, дай Ане налью. Какой Ане? Мадам. Дай мадам сама стакан мне. Аккуратно, лей по стенке, только ты пену льешь. Сейчас, ребят, тут просто шампанское. Не доверяет она мне. Зай, называй. Да, это наш, да? Да, это твои. Брянь. Подожди. Шампанское на вес золота на свадьбе. Я искал. Окей, нет, потому что я взяла вот бутылку. Бутылку забрали. А это урод! Этот урод! Я забрал бутылку, все налил, и так принципиально, типа, всем наливаю. Назар, я тебя тоже поцелую, только кулаком в нос. Давай-ка подальше. А я похуй! Подождите, вы все вместе, говорите. Короче, правила были такие. Если Назар находит шампанское, когда свадьба... Я тебе сейчас тоже скажу, слушай, мы его целуем. Я тебя сейчас, блядь, поцелую, хорош. Ну ладно, короче, ладно. Я ее укусила. Ну ладно, давайте пить тогда. Я ее укусила. Зай, ты что, злишься? Кому ты вернешь на проект, скажи. Я одиночкой. Все, прости. Ермакова, буду отбивать Ермакову у Даниэля. Ермакова? А мы целовались с ней. Да. Давайте. А мы целовали. Морген. Короче, ребята, у меня завтра будет синяк на этой щеке, потому что меня Брянская укусила. Еще осталось, чтобы она укусила меня, Надя. А я так хотела. Брянская укусила меня, представляете? Это чтобы ты запомнила эту свадьбу. Пиздец, меня укусила, мне больно. Да, я всегда так делаю. Алена Рапунцель пока не приехала, но в приглашенных на свадьбу она есть вместе с Ильей. Это вкусно. Скучная свадьба, это пока технический перерыв, мы ждем выход звезды. Какой-то нереальной звезды, не домовской, а какой-то очень крутой, да. Поэтому у нас 5-минутный перерыв. Круче. У нас что-то сейчас будет круче. У нас будет Филипп Киркоров. Бузова. Нам сказали 5 минут прерыва, звезда выходит. Мы ждем. Ёпта. А где Кадони? Кадони, кстати, тоже обещал приехать. О, все, ребят, пока. Всем пока.